Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Стекеленбург. Вы смотрите 266-ю серию. Добро пожаловать! Наши влюбленные Эйприл и Джаред прибыли со свидания, где мы были в прошлой серии. Так, Эйприл уже на работу, я хотела, чтобы она получила внимательность, но, видимо, не судьба, она не успевает. Или успевает? Слушай, дорогая, ну попробуй. Нет, все-таки кокетливое настроение после свидания будет перебивать внимательность, и она отправится кокетливая. Эйприл, ну я тебя прошу, постарайся, поработай и немножечко повысь свою продуктивность, потому что я хочу отправиться вместе с тобой на работу в следующий раз, чтобы мы получили повышение. Давай сделаешь. Все, она... О, она внимательная, отлично, так что, может быть, нам и повезет. Так, давайте посмотрим, что делают наши остальные стекеленбурги. Присели два братца, только один братец уже старенький, а наш маленький Даррен уже, блин, мне совсем не верится, что он дедушка, он книжку читает, да, кстати, я его попросила книгу почитать, ты чё, читай давай, потому что по мечте жизни ему нужно закончить читать 3 книги, а он за свою жизнь только 2 прочитал. Даррен, вот что это такое, ты за свою жизнь, за свою долгую жизнь, маленький Даррен мой, ты прочитал 2 книги, давай хотя бы 3 прочти, это вообще как-то не окей. Так, Лили, ты у нас что-нибудь сейчас сфарганишь, да, боже, сколько еды, надо все поубирать, чтобы не пропало. Давайте поставить на место и дадим задание Лили, чтобы она приготовила что-нибудь для всей семьи. У нас сегодня, это самое, воскресенье. О, дорогая, ты рисуешь? Да, подождите, меня просили показать такое действие, оказывается, есть. Можно показать родителю свою работу. Вот, позвать, чтобы показать. Давайте пусть Поли покажет папе свой рисунок. Вот, а то пишут и пишут. Тут много было комментариев. Я даже не знала о таком действии, чтобы Поли показала кому-то из взрослых свое рисование. Ну, покажи, покажи папе. Вот, пусть папа посмотрит. Да, папе нравится, как рисует доченька. Вот, я даже о таком действии не знала, а теперь знаю, что дети могут подзывать родителей, чтобы показать свой рисуночек. Смотри, папа, какую я фигню нарисовала. А что ты нарисовала, Поле? Это машинка какая-то. В общем, папе нравится, и он в восторге у нас, да, и начал говорить, я, говорит, тогда, говорит, не буду, говорит, кукольные домики ломать, в общем, раз ты хорошо рисуешь. Ну, кукольные домики нам ломать не надо, потому что у нас их и так маленький Даррен ломает. У нас сегодня, как я уже говорила, воскресенье утро, и я уже давно планирую отправить Полли и Дугласа в парк, чтобы они поиграли в пиратов, и мы отправимся не сами, возьмем еще с собой кучу детишек, вот, и чтобы Даррен и Лили поиграли с ними. Я бы с радостью еще взяла с собой Эйприл, но Эйприл, к сожалению, у нас работает, ей надо, ей нужно повышаться, я хочу, чтобы она стала хорошим врачом. Ой, ребята, я забыла, боже мой, а ну иди сюда, куда ты играешь? Играть он собрался, фигушки тебе. У нас сегодня день рождения у Дастина, но Дастин, конечно же, отмечать его не будет, потому что я дам ему зелье омоложения, я про него не забыла. Смотрите, у нас еще есть 2 зелья молодости, я купила кучу лекарств, и это от жрульки. Вот то, что мы жрульку доили, к сожалению, никто больше, жрулька больше никого не ест, поэтому как-то не пополняются наши запасы зелий, а только мы их выпиваем. Плохо, конечно, вот. Ну, конечно, хорошо, что жрулька никого не съедает вообще навсегда, но... Жрулька. О, жрулька. Ну, блин, если я сама дам задание съесть тортик, то тоже с этого ничего хорошего не выйдет, поэтому я не буду так делать. А давайте мы жрульку-то покормим, да, чтобы она кушать не хотела, и нанять не надо нам нанимать садовода, а то нам деньги некуда тратить, у нас Эйприл и так нормально справляется. Так, Глория там в туалет идет, и сейчас мы, в общем, отправим наших детишек в парк. Кстати, Полли выполнила мечту жизни. Да, теперь у нее, в общем, нужно играть с игрушками и достичь 5 уровня в навыке творческих способностей. Детишки, она знает всех детей или нет? Потому что я хочу взять с собой побольше детей. Ну, в принципе, да, вроде бы всех знает. Поэтому давайте мы выберем Поле действие отправиться. Как хорошо, что детям можно выбирать действие отправиться. Потому что, ну, с одной стороны, это как-то нелогично, как ребенок может вызвать такси. Но, видите, в Sims 4 все возможно.
Даррен, Колин, я бы Эйприл взяла, но нам придется оторвать ее от работы, поэтому я думаю, что не стоит ее брать. А давайте, ребят, мы возьмем Джареда, хотя, ой, блин, не можем мы уже взять Джареда, не хватает на него места. Ну, в принципе, и я не планировала его особо брать. Я хочу взять родителей Даррена и Лили, чтобы они взяли своего сыночка Дугласа. Полли мы берем, ну, паровозиком. Я не знаю, как прицеп она с нами идет, потому что мама у нее на работе, ну и как, все равно родственница, член семьи. Короче, Полли тоже с нами идет, и мы берем всю детвору, которую мы знаем. В общем, которую знают наши детишки. Я думаю, что будет весело. Поиграем в пиратов, отправимся в парк. И, в общем, как обычно, по традиции, наши детишки поиграют. Так, Жулька никого не ела? Вроде бы никого. А достигнут 9-й уровень в навыке кулинария. Лили Бэнкс у нас теперь готовит очень хорошо. И мы отправляемся в парк «Цветущая магнолия», который я поменяла уже давненько, но все равно там есть та штука, на которой можно поиграть в пиратов. Итак, мы прибыли в парк. В этом парке у нас есть замечательная детская площадка, где мы все поиграем. Кстати, хотела показать, что Дастин все-таки омолодился. Я ему дала задание выпить зелье омоложения, но мы так за ним и не проследили. Так, ребятки мои, я вас попросила переодеться. Лили, ты меня слышала? Я тебе тоже дала задание, чтобы ты переоделась. Но что-то она не торопится переодеваться. Мы все, ребят, идем это самое, играть в пиратов. Да, я их попросила, чтобы они заняли свои места. Только вот что это за пацан, я не знаю. Мне бы лучше, Вадим Беляков, мне бы лучше, чтобы здесь Полли была. Но мальчик вот решил поиграть. Выгнать его, что ли? Как его выгнать? Я не знаю. Давайте все поиграем в пиратов. Поле, давайте, занимайте, ребятки, места свои, козырные и не козырные. Ну, короче, пацан не хочет уходить. Давайте мы пока с Лили пообщаемся, потому что Даррен ее все-таки любит, и нужно ей время уделять. Вот пусть похвалит ее наряд, пусть немножечко пообщаются. Старенький он у нас уже совсем, но я думаю, что Лили все равно его любит, и вот все у них хорошо, и это даже замечательно. Мальчик, иди отсюда. Ну, что ты за пацан? Ну, я тебя не звала. Ну, как его нам отсюда выдернуть? Давайте мы приветствовать его будем дружески. Может быть, он выйдет, Лили. А ну, попробуй мальчика-то прогнать. В общем, у нас капитан корабля Полли. Так, Дуглас, ты продолжаешь играть, дорогой. Давай, давай, играть вместе, играй со своими детишками. У нас Полли сегодня капитан. Капитан, и кто-то, по-моему, наверх залез. Да, это у нас залез Юджин, да, Юджин. Я его все время забываю, как зовут, Юджин. А, мальчик, иди отсюда. О, тут Вики подошла. Кстати, Лили, я не знаю, знает Лили, что Вики это дочка Виктории. Ну, даже если знает, то Лили не особо-то и уверена, что у Даррена было что-то с Викторией. Но все равно страсти накаляются. Пацан, иди отсюда, ты не в тему. Ты вообще к Стекеленбургам никакого отношения. Давайте мы шокером пошалим. Я понимаю, что детей нельзя обижать, но надо его как-то отсюда выгнать. Пришел мальчик в сережках. Ну, что ты это самое, иди отсюда. Так, и детям быстренько даем задание, чтобы они все поиграли. Играть в пиратов вместе и Дуглас тоже. Отлично, в общем, да, теперь заняли места у нас. Ну, в общем, детей у нас теперь. Вот, это Дугласу я дала задание пошалить шокером. Ну, ладно. Дугласу так Дугласу. Так, давайте буду делать скрины, и давайте, наверное, пусть поиграет. Не можете, ну чё это не можем. Так, Дуглас, а ну давай быстренько играть в пиратов, и Полли тоже присоединяйся. Полли, давай, пожалуйста, займи место рядом с Дугласом, и все будет отлично. Все, стать морским чудовищем, и Лили, я даю тоже такое же задание. Давайте, давайте, пугайте. Вот, наконец-то. Боже мой, сколько лет-то прошло, сколько зим. Неужели мы опять это делаем? Вы помните, когда маленький Маркуша и маленькая Лорочка играли, и с ними играл Андрюша, тоже старенький был. Вот сколько серий прошло? Это, наверное, была серия где-то 26-я, а уже 100... какая 100? 266-я. Не, я не уверена, конечно, что это была 26-я серия, я так от фонаря сказала, но я к тому, что прошло столько времени, и мне просто не верится, что династия до такого уже размера разрослась, что совсем недавно второе поколение вот играло в пиратов, а уже играет пятое. Да, у нас уже выросло пятое поколение. Ну как выросла? Ну, школьники уже, я считаю, что выросли, да, и это очень хорошо, и вот тут Вики у нас играет, все эти
дети, это тоже не просто какие-то дети, а тоже они, у них у каждой этой семьи тоже есть своя маленькая династия, за которой мы наблюдаем. Так, давайте мы, наверное, детишек еще попросим вместе поиграть. Тут песочница есть, да, играть вместе, пусть они поиграют. В общем, мне нравится этот участок, потому что здесь, ну, такая действительно классная детская площадка, и дети могут здесь время неплохо провести вместе. Я думаю, что мы долго-то в пиратов играть не будем. Я хочу, чтобы мы убили двух зайцев сразу. Ну, как бы убивать мы никого не будем. Я хочу просто, чтобы Даррен пообщался с Лили. Вот и устроили мы им как бы мини-свидание, потому что Даррен уже... Ой, Даррен уже в возрасте, я боюсь, что через серии 7-8 нам придется с ним расстаться, потому что он умрет, поэтому им нужно быть чаще вместе, и, наверное, пойду сфотографироваться вместе. Ну, не будем, у нас так много фотографий, давайте мы пойдем и посадим, пусть посидят вместе на скамеечке. Вот, детки у нас вновь играют, давайте поделаем много скринов, потому что потом, когда-нибудь, когда Полли выйдет замуж, например, за Колина или за Юджина, вот мы будем рассматривать эти скрины и думать о том, что вообще тогда мы и подозревать не могли, что вот так вот сложатся судьбы. Или, например, Дуглас женится на Вике. Хотя это не факт. Возможно, мы вообще найдем себе какие-то другие половинки, да, и вот дочка Блэр идет, и Виталия. В общем, все эти симы, нужно с ними общаться, потому что они тоже часть других маленьких династий. А, так, ребят, я сесть просила только взрослых, а детишки, пожалуйста, идите, играйте в куклы. Вот, идите, играйте вместе, а ступайте... Взрослым не мешайте, а взрослые у нас будут свидание себе маленькое устраивать. Позвольте им вообще побыть вместе. Да, вот искренний комплимент. А дети пусть идут играют. Да, дети пусть играют, идут на детскую площадку, пусть в песочнице копаются. А взрослые уделят немножечко время друг дружке. Давайте расскажем анекдот и побудем вместе. Ой, а что это? О, ребята, они с собой взяли игрушки. Офигеть, классно. Только игрушки увеличенные, они большие. Да, на самом деле они не такие, ну, я думаю, что они не очень тяжелые, им не сложно. Ну да, сегодня у нас детский сад какой-то, смотрите, какого мужика Вики взяла, ничего себе, супермен какой-то, он почти как ты ростом, игрушечка, да, и Поле у нас тоже с такой же игрушкой, это садоводы ходят, что вы тут ходите, Татьяна Игнатова, Ксения Царева, ого, кусок глины, ничего себе, это большой очень кусок глины. Давайте пусть Даррен пообщается с Лили, можно похвалить внешний вид и поделать какие-то романтические действия, например, просто послать воздушный поцелуй, чтобы они пококетничали, вот, чтобы сошло это как за мини-свидание, потому что сегодня мы играем в парке, Лили и Даррен вытащили детишек, вот, решили сами прогуляться, и детишек еще вытащили, чтобы было веселее, чтобы дети подышали свежим воздухом, с друзьями пообщались, вот, кстати, общение у них повышается, это хорошо, а то часто мне пишут в комментариях, что у меня вот между собой члены семьи не в очень хороших отношениях, ну, это, ребят, как сказать, давайте посмотрим, Лили, она в хороших отношениях, боже, все скачет, ну, с Дугласом, со своим сыном у нее отличные отношения, с Дарреном у нее прекрасные отношения. Я считаю, что вот главное, что вот у Лили с Дугласом и с Дарреном, с сыном и с мужем хорошие отношения. А то, что с Полли у нее отношения немножко поменьше, потому что в конце концов Полли ее не родная вообще племянница, то это тоже нормально, что у них вот отношения вот так. Например, если мы выберем Полли, то посмотрим, что она вот, ну, дядю Даррена любит, как бы, тетю Лили, но главное отношения вот с папой, ну, в принципе, сносные, и с Эйприл тоже. Знаете, она больше всего Дугласа, наверное, любит, своего троюродного брата. Кстати, я все хочу сделать их криминальными напарниками, и что-то я забываю. Давайте мы узнаем, как прошел день у Дугласа и попробуем... Да, у нас, ребят, есть действие стать криминальными напарниками, так что пусть Дуглас и Полли ими станут. Будем смотреть, как они будут потом в школе шарить. Только не ругайтесь, я вас прошу, не ругайтесь. Кстати, если у нас есть фотоаппарат, мы можем поделать несколько скринчиков. Чё, не хочешь? О, Дуглас не хочет быть криминальным напарником. Дуглас, ты чё? Это ж весело, шалить будете. Он не хочет шалить, ты что?
Ну, у них отличные отношения, но криминальным напарником он становиться не хочет. Давайте мы еще раз поднимем ему настроение, станем лучшими друзьями навек, потому что я думаю, что все-таки с троюродным братом, с которым она выросла в одном доме, и они вместе были, это самое лучшее, что они могут сделать, стать друзьями навек. И попробуем вновь стать криминальными напарниками. А Дуглас и Полли теперь хорошие друзья. Не, ну как бы можно было Полли, например, в подружке выбрать Эмили или вот Юджина, да, Юджина его зовут, все время забываю. Не знаю, какое-то имя сама выбрала и сама его постоянно забываю. Но все-таки лучше, чтобы она была со своим братом, потому что вот с Дугласом они как-то с самого детства, с самого малочка вместе всегда. А Колин и Полли теперь хорошие друзья. О, у нас тут туалет, а я думаю, куда этот Дуглас бежит? Дуглас, ну давай с сестричкой станьте криминальными напарниками. Давай, не хочет. Ну, не хочешь и не надо. Говорится, на нет и сюда нет, найдем другого напарника. Давайте с Вики станем. А Вики, наверное, тоже не захочет. Так, нет, с Вики мы не... Давайте с Вики. Может быть, Вики у нас девочка шальная, Поля. А ну, попробую ее уговори. Может быть, она захочет быть напарницей криминальной. Я не помню, какая у нее черта характера. Вообще, у меня все с головы вылетело. Поля, а ну давай, попробуй Вики уговорить. Вики... А Вики согласилась. Говорит, хорошо, будем шалить. Все, значит, они у нас будут вдвоем криминальными напарницами. И давайте мы всех детишек попросим поплавать. Плыть сюда вместе. А, так, Лили у нас там с Дарреном или не с Дарреном. Боже мой, куда они подевались все? Ну, вот взять порцию хочет у нас Лили, а Даррен... О, боже мой, пошел играть с кем? С Мией, о господи, пошел играть с Мией в шахматы. И тут же увидел, что я засекла это все дело и решил уйти. Да нет, иди уже играй, нафиг тебе плавать в бассейне, иди присоединяйся к игре. Тем более, вот Мия тоже пожилая, у вас, наверное, есть о чем поговорить, о пенсии, например, которой у тебя нет, а у Мии есть, потому что Мия работала врачом, а ты работал ламой и потом перестал. Вот что это такое? Был ламой так долго, а потом бросил, вот тебе и нет тебе пенсии. Ну, ему пофиг, у него и так родители ему состояние оставили, так что он и без пенсии себя прекрасно чувствует. Так, а Лили у нас может пойти, я не знаю, бросить монетку в фонтанчик, ну, как-то время тоже провести. Так, детишки плавают. Ой, смотрите, ребята, какая милота, кто-то Поле звонит только. Говорят, вы, Юджин, теперь хорошие друзья. Да, я и не знала. Говорят, вы, Лили, теперь хорошие друзья. Она мне нравится. Да мне тоже все нравятся. Хорошо. Хорошо, что они друзья. Давайте мы посмотрим. Смотрите, как дети у нас замечательно играют. Только, к сожалению, нет Юджина. А так все остальные в сборе. У нас Полли, Дуглас, Вики, Эмили и Колин. А Юджин убежал. Не захотел он плавать с нами в бассейне. Ну вот я думаю, что они будут на протяжении жизни всегда дружить друг с дружкой. Когда они станут подростками, мы продолжим за ними наблюдать, продолжим развивать их отношения. Может быть, кто-то из них друг дружку полюбит, может быть, кто-то станет кому-то парой. Это не 100%, может быть, совсем не так все обернется, я не знаю, ребят, но в общем, пока мне все нравится, и вообще я люблю сводить детишек еще в детстве, ну, в школьном возрасте, не то чтобы совсем сводить, а то я как-то вот сказала прям сводить. Нет, просто хочу, чтобы у них были друзья, чтобы было с кем пообщаться, чтобы Дуглас, когда подрастет, были у него знакомые. Так, кто пришел? Это Стив, да, ребят? По-моему, это Стив. Нет, это какой-то мужик, ну, не левый. Нет, это не Стив. Я перепутала. Говорят, блин, Селеста нам пишет. Говорят, вы и Колин теперь хорошие друзья. Он мне нравится. Селесточка Полли уже написала. А, прикол, короче. Так, у нас уже вечер, уже 18 часов. И Даррен понимает, что уже домой пора. Так, кто пошел? Это Лео, да? Нет, это Карлос. Я их спутала, оба рыжие. Давайте, ребят, я переключусь, наверное, например, на Эйприл. И мы вернемся к нам домой, потому что уже вечер. Так, домой мы вернулись, уже правда вечереет, я как-то не заметила, что мы с самого утра пробыли в парке, Даррен, Лили, детишки, друзья, в общем, быстро очень время пролетело, уже 18.20, скоро, короче, уже 7 часов, и это очень поздно. Я попросила Дастина, чтобы он включил ведро. То есть, нет, ведро он не включал, он просто поделал кокетливые действия. Пусть посидит, потому что сейчас он такой весь кокетливый, подумает о том, что... Ну, что это самое, он один, романтики ему не хватает. Вот не хочет он дома сидеть, задолбали его унитазы, все это строгать, чинить, улучшать. Да сколько можно над парнем издеваться? И он думает, напишу-ка я кому-нибудь письмо.
лицо какое-нибудь кокетливое. И Глория тут подходит и говорит: слушай, говорит, давно ты с Кристал не общался? Позвони, что ли, напиши смс-ку. И Дастин думает: да что я, правда, это самое, лох, что ли? Так, подожди, куда перекусить? Ты есть хотел? Нет, давай присаживайся. Пожалуйста, присядь. И у нас есть желание такое отправить кокетливое сообщение. Вот, я хочу, чтобы по совету Глории, типа, он же у нас кокетливый, и вот написал он Кристал. Вот, вроде бы как мне писали в комментариях, что если мы в кокетливом настроении отправим кому-то смс-ку, то нас пригласят на свидание. Отлично, да. Похоже, вы в хорошем настроении. Да еще в каком хорошем? Может, сходим, пропустим по стаканчику бар «Кричащие ламы». Да, мы пойдем в бар, мы не будем брать с собой компанию, потому что вообще там где свидание, третий лишний, нафиг нам надо это все. Поэтому мы сейчас вместе с Дастином отправимся на свидание с Кристал. В общем, у нас вечер, уже поздний вечер, небо уже потемнело, слава богу, не почернело, баг у меня с черным небом прошел, и Дастин с Кристал прибыли в Винденбург. Этот парк, оказывается, находится в Винденбурге, я думаю, что здесь у них пройдет чудесное свидание, все будет хорошо. Дастин, правда, у нас не кокетливый, и Кристал тоже, но я надеюсь, что это ненадолго, и мы получим кокетливое настроение. Так, давайте мы ее обнимем, что ли, потихонечку, чтобы они кокетничали, и давайте, наверное, господи, чтобы машина не переехала-то их. Смотрите, Кристал уже кокетливая, отлично, и давайте попробуем сделать какое-нибудь романтическое действие. Сначала пофлиртуем и что-нибудь такое, не знаю, заигрывать. Попробуем позаигрывать. Я думаю, что Кристал не откажет, потому что она романтически настроена. Вот, и тогда уже зайдем в бар. Да, пусть перед баром немножко пофлиртуют. Я бы хотела, чтобы они присели где-нибудь за барную стойку рядышком. И, я не знаю, пропустили по стаканчику, что ли. Ну, в общем, мы же в бар пришли на свидание. Вот, ну, а потом можем пройти прогуляться. В общем, это конец этой серии. Я хочу полностью посвятить Дастину. Куда пропала? Куда пропала? Ребята, подождите, она пропала? Не, ну это вообще, это что такое? Мужской вечер, джентльмены могут прогуляться до бара и насладиться дешевыми напитками. Она что, работает, ребят? Она безработная. Куда она пропала? Где наша девушка? Давайте ей напишем кокетливое сообщение. Я, ребят, я в шоке. Я не знаю, куда она пропала. Она исчезла, вы видели? Я в шоке. Куда? Дастин, куда ты девушку дел? Где она подевалась? Пиши давай ей кокетливое сообщение, пусть еще раз нас приглашает. Короче, до нее, похоже, вы в хорошем настроении. А, господи, сходим, пропустим по стаканчику. Бар Twin Rackle Point. Кристал, ты издеваешься, да? Мы за тобой будем бегать по всему Сим-Сити, по всем городам и по всем барам? Ну, поехали, ребят. Итак, ребят, мы прибыли в очередной бар. Побежали мы за Кристал, куда-то она умчалась. Вот она, оказывается, где. И мы в Нью-Кресте, если вы помните, в какой-то из серий, наверное, даже в 200-й серии я поставила вот такой чудесный парк, скачала его в галерее, типа вроде как парк для Хэллоуина, вот, оказывается, это бар, и я помню, что именно маленький Дастин, маленькая Кристал, они здесь были, да, может быть, поэтому Кристал пригласила нашего Дастина в этот парк, и я хочу, чтобы они подержались за руки и как-то поделали разные романтические действия. Ой, не-не-не, рисковый вопрос задавать, мне кажется, не стоит. Ой, жрульки там, столько жрулек, хоть бы никто никого не сожрал. И Дерек тут ходит, в общем, полно симов. Я боюсь вообще ее, ребят, теперь отпускать, потому что мало ли, еще куда-то опять она от нас убежит. Давайте, я не знаю, я попробую сразу сходу сделать первый поцелуй. Пока они оба кокетливые, почему бы и нет, мне нравится Кристал, Дастину тоже она нравится, Глории она нравится. Ой, смотрите, какое освещение. Прям романтика. Да, они впервые целуются. В общем, давайте на паузу. Ой, блин, не успела нажать на паузу. И скрина нормального не получилось. Ну, в общем, Юля коза. Что-то, подождите, у него что-то с лицом. Он офигел, наверное, да или нет? Так ты ж сам первый к ней полез целоваться. Что-то непонятное у нас. Ладненько, давайте мы
пофлиртовать. О, там Жируль как кушать хочет. Я хотела розу подарить, а у нас розы нет. Слушай, Дастин, ты что, розу не брал? Просто давай тогда поцелуй Кристал, и, наверное, мы куда-нибудь присядем, пойдем. Но я боюсь, как бы ничего плохого не случилось, чтоб Кристал от нас опять не убежала. Здесь давайте скамеечку какую-то поставим. Здесь очень красиво, вот это вот такое зеленое болотце. Оно на самом деле красивое, и я думаю, что если где-нибудь они у нас здесь присядут, то будет просто шик. Во, вот здесь можно присесть. Давайте сюда поставим скамеечку какую-нибудь, приобретем сейчас быстренько. И посадим наших влюбленных. Не знаю, влюбленных, не влюбленных. Время покажет, но... С другой стороны, ребят, уже пора определяться с выбором Дастина, потому что Дастин выпил зелье молодости, и значит, что уже скоро станут взрослыми Кристал и Джилл, и это плохо, потому что я не хочу, чтобы они взрослели, то есть как бы взрослеть надо, но тогда... Ну, я не смогу их вернуть в молодость, и они придется им жениться все-таки во взрослом возрасте. Насколько я помню, Дастин, он старше девчонок где-то дня на 2-3. Да, так что, скорее всего, через 2-3 дня Кристал и Джилл, они у нас тоже повзрослеют, то есть серии через 5, и мне бы, конечно, желательно до этого времени определиться с судьбой Дастина. Я не знаю, как я это сделаю, честно говоря, понятия не имею, но я вот склонна к тому, чтобы все-таки он выбрал Кристал. Наверное, ребят, так и будет. Я утверждать не буду, я еще подумаю. Вот, опросы никакие проводить не буду, потому что это боком не вылезет. Я уже знакома с опросами, спасибо. Я уже столько комментариев поначиталась в свой адрес, что мне уже вообще как-то страшно делать выбор. А, кстати, вот там на заднем плане у нас дом Эммы, дом Вайлет, Микки и Алана, они у нас там живут. В общем, я просто, честно говоря, балдею от этой пары, и, скорее всего, я их, наверное, поженю, ребят, и... Только я вот не знаю, что нам делать, потому что места нет, я не могу Кристал к нам переселить, заняться в УХУ в обсерватории. Тут обсерватория есть? Офигеть. Ну, давайте сделаем в УХУ в обсерватории. Давайте сделаем. Короче, да, я не знаю, что нам делать, потому что места нет в семье, и мне придется кого-то выселить. Что, обсерватория закрыта? Ну, ладно, не будет тогда в УХУ. Давайте, заключите друг друга в объятия. Кристал у нас хочет в туалет. Давайте, наверное, мы... Ну, поцелуем ее и, наверное, отправимся вместе с ней домой. Да, домой ее к нам заберем. Скажем, что давай продолжим наше общение у нас дома. Свидание было отличное, но, в общем, пригласим ее к нам домой. Пока еще, в принципе, можно, потому что после полуночи она откажется. Вот, так что мы берем Кристал, едем к нам домой. Ну, а продолжение уже будет в следующей серии. А насчет отселения, да, мне придется в ближайшей, наверное, серии 2-3 решить, кто от нас едет. У меня есть уже некоторые мысли по этому поводу. Сразу хочу сказать вам, ребят, Дастин не съедет, потому что у него судьба еще не устроена, он не женат, у него нет детей, поэтому ни в коем случае потому что были комментарии, чтобы я отселила Дастина, но это вообще как бы ни в какие ворота не лезет, я не могу его отселить, потому что мы ему жизнь не устроили, я потом буду мучиться, и ну как бы вообще некрасиво это будет по отношению к Дастину, если мы Даррену жизнь устроили, женили ему, свадьбу ему устроили, детей завели, то же самое с Эйприл, а вот Дастину нифига не будет, это будет плохо. Так, что-то у меня очень медленно грузится игра, я не пойму, но... Как-то долго загрузочное окно. Так, мы отправляемся к нам домой, в Виллу Крик, берем с собой Кристал, и я думаю, что они там продолжат свое романтическое общение. Вот, я еще подумаю, конечно, ну, придется кого-то, к сожалению, отселить, потому что времени нет, места нет. Я не могу ждать смерти Даррена, потому что когда Даррен умрет, Кристал или Джилл, в общем, они все уже будут взрослые, а это не очень хорошо, поэтому, потому что я хочу, чтобы девчонки были молодые, потому что Дастин омолодился. Так что нам нужно поторопиться, и смерти Даррена нам просто нет времени ждать. Все, ребят, тогда я буду заканчивать серию. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока.